У школьников все как у взрослых, все те же избирательные урны, бюллетени, даже наблюдательные комиссии. На любой вопрос ученики могут получить ответ от члена школьной избирательной комиссии. Мы даем избирательный список, чтобы они отметились, и потом выдаем бюллетени, и они отмечают, за кого они голосуют. Получается вот такая веселая игра. Голосуют ребята исключительно на переменах. А месяцем раньше началась предвыборная агитация. Устраивали даже дебаты. В классах создается агитационная комиссия, которая занимается тем, что выдвигает своего кандидата. Ребята развешивают по школе листовки, проводят агитационную программу. На информационных стендах представлены программы кандидатов в президенты школы. Да и самих будущих лидеров можно встретить здесь же, в помещении для голосования. Моя предвыборная кампания, программа – это введение различных мероприятий для учеников, различных благотворительных ярмарок, а также обустройство зоны для отдыха самих учащихся. Лидеры школьного самоуправления – это огромная помощь для педагогов. В первую очередь в организации культурно-массовых мероприятий, в том числе районного уровня. Сегодня состоялся единый день голосования во всех общеобразовательных учреждениях города. Из победителей создадут ученический совет. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.